Так, меня сегодня опять занесло в Икею. Я позвонил в Икею, спросил, появился ли диван. Мне сказали, да, приезжай. Так что опять я сегодня приехал в Икею, и уже, я надеюсь, будет данный поход успешен. Packing with delivery, starting $99. То есть за $99 вам доставят все ваши упаковки. Сегодня в Икее народу минимальное количество. Работает всего лишь несколько касс. No entry. В общем, оплатил я диван. Сейчас жду забора этого дивана. Здесь есть так называемый furniture pickup. Вот такая вот тема. Мне как бы дали какую-то на кассе бумажку. Я сейчас ожидаю выдачи моей мебели. Я вот не помню, в России так или не так, но тем не менее сказали, в течение 10 минут сформируют, вытащат мои коробочки, и я уже с радостью пойду загружать их себе в машину. В общем, забрал первую коробку, там еще одна такая повозка. Необходимо будет вернуться еще один раз. И все, вот, приехал, блин, это просто жопа, хотя нет, это жопа. Есть шанс, конечно, снять вот эту штуку и попробовать засунуть ее туда. Что делать? Придется снимать. Так, дамы и господа, миссия впихнуть невпихуемое завершилось успешно. Вот так вот выглядит теперь диван, самая длинная его часть. Залезла в салон. И вот так вот выглядит сзади. Вот. Все влезло, все хорошо. Ну, почти что. Что-то здесь мешает. И закрыто. Все отлично. Пришлось немножко попотеть, но успех того стоил. Не возвращаться же сюда два раза или на приусе. Собственно, все. Вот так вот собрал диван. Все отлично. Да, Джобик?